А типа. Урабатывай. Я за ними пошел. Иду на них прям. Не остани меня. Вижу, да, блядь. Лилин. Второй левее тут. Не бегай, он где-то под елкой сидит, наверное. А где мы вообще сами, блядь? Просто прибежали в это, наверное, где же? Что делать? Бить и залтать. Вот если зажалтал, нафиг тебе. Вот кто облутывает. Бомжи есть. Да, я так вот смотрю, у меня что-то светится белое. Прибежаю, прорисовывается ветки, ничего не вижу. По тебе? Да, я это все время на него смотрел. Я тебя вижу. Говорит, я подхожу, уйди оттуда. Откуда мне уйти и куда ты подходишь? На его труп. Долго бы там не засижусь, говорю, что пошли. Сидит там что-то, я купил. Маме я купил. Я, блядь, двух типов типа сейф-зоны вывожу и сейчас типа и в чат специально говорю, пацаны, сейчас вывожу двух 150-165 между, короче. Лучше вместо трех бутылок взять еще одну фляжку, блядь. Да я не перестаю, я тебе говорю, как лучше, блядь, все равно пока тут, блядь. Какой тут, говорю, уходим, блядь, полез могу догонишь, блядь. Ну продам, блядь. Мы выйдем сегодня, нет отсюда. Да, куда ты хочешь идти, ты мне скажи. Я хочу идти. Ну куда? Да нахер ты им факи крутишь, блядь. Сейчас придут, заебут, блядь, еще. В смысле? Ты куда хочешь? Деле. Одна дорога осталась у тебя. Это не деле. А что это, блядь? Так деле. Как? Да. Как зи? Блядь, а я куда тебе бегу, по-твоему, блядь? Ты что, прикал? Ты что, дурень, Жень, блядь? А с ей-то вот, блядь. Надо ж было выйти, как через тот забор прыгать. Нам вот так вот надо идти. А, я думаю, что я стоял, а мне куда они ушли, если не вернулись? Какая разница, мне найти 10 человек, поебать вообще. Слева. Thank you.
Так, обратно. Красавчик! Красавчик, Женя, надо бы стрелять по ним-то, нафиг! Ты еще демонсив, блядь. Перед прицелом, блядь. Где? Ты мозгов, блядь, нет у тебя вообще, понимаешь, блядь? Они, блядь, бегут, нас не видят, блядь. Ты стоишь передо мной, начинаешь стрелять и еще стрейфишь, блядь, АД, блядь.